Альто. Мне иногда снятся отпущенные свободы белые кони. Они могут дойти на край земли, но не могут переплыть в Японию. Иногда мне грустно, иногда смешно. Снова читаю я непонятное письмо. Осака ноко гай ни онна ноко гай машита. Куроинки де широй ками низке чокаида. Тури но кимёно отоко гака ночью отазуне хаджиме машита. Карьера ваш бунтачи очень цин то чен цан то йонда ёбэ машита. Карьера ваки цацу каракиты нани мо отцука ванката то ита. Карьера вата де каноче ное о митаката таки дата о моя шиба. Kanonjo mite sigu niyo nashi. Kanonjo no sodai nakarada oyo dari otarashite. Chimanire no take no mano ele wa marude nanaha no shokabutsu ga awaya mate yegaka rete ka yo yoda to karira waita. Carreira vai coto itaga, canoje vaki satsu, niko koto kato shite. Canoje va montazuma, kotei no gaku si datata no de, katana de totema chenei te gek daru, koto gek haimi shimashita. Kanoju ga shizuka nisu watte kikaku osukoto. Kanoju wa kasa sarena kata koto. Soshite dari ga atarashi kikau ni naru ka. Kabishiba wa watashi tachi ga kagaeru naru to imasu keta. Chozu Yezu Montezuma kyotei no gakkoe no nikai honoken to shimasu. Иногда снятся отпущенные от свободы белые кони. Они могут дойти до края земли, но не могут переплыть в Японию. Иногда мне грустно, иногда смешно. Снова я читаю переведенное мной теперь понятное мне письмо. Жила-была девушка на окраине Осаки. Рисовала на белой бумаге черной тушью наброски. Стали ходить к ней два странных парня. Они называли себя Чинцинг и Чинцанг. Ладно. Они сказали, что они с полицией ничего не употребляют. Просто хотели посмотреть ее рисунки. Увидели ее и сразу завоняли, пуская на ее великолепно тело слюнки. Сказали, что на рисунках силиконовых бамбуков как будто бы случайно нарисован семилистник. Сказали, пойдем. Но она отказалась идти в полицию. Она оказалась так смертельно на катана, ведь она была ученицей императора Монтезумы. Они не смогли ее кремировать. Их головы рядом с их телами лежат отрубленные.
Música.